Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. В этом видео решил затестить крафт подписчика. Вот так он выглядит на рапирах. Ну, его я смог собрать, так что все ништяк. Правда, кабина там другая стояла, но ладно, я Джанаби поставил. Она по размерам идеально туда подошла. В общем, сделаем тест этой машины. Также мне скинули еще крафт вот такой. Но, к сожалению, у меня таких деталей нету. У меня нет такой кабины и самопалов у меня нету. Ну, просто покажу. Тут, кстати, вот эти вот голограммы новые стоят. Прикольно. Ну ладно, протестим сегодня только вот такой крафт. Ничего страшного. Давайте проверим ее в бою. Итак, мы поехали в бой. Кстати, вот по бокам, которые ротиры стоят, они стоят, ну, хорошо, как мне кажется, потому что спереди защищают достаточно прочные такие детальки, а вот верхнюю, конечно, легче оторвать, потому что, ну, она почти не защищена вообще. Ну ладно, посмотрим, на что крафт этот способен вообще. Мне кажется, этот крафт подойдет тем, кто не любит в пекло лезть, издалека настреливать и все, для таких игроков. Что-то мы все катаемся. Где враги-то? Все на чужие базы приехали, по кругу катаются. Так, я, наверное, со всеми не поеду. Я видел, да, вон они по радарам, попробую настрелять, потому что там дробоводы только что-то смогут сделать, а я так, чисто, вот так вот понастреливаю. Сейчас догоним кого-нибудь. Здесь никакого там дробовода не стоит. Так, вот этого кавказчика надо завалить. Не знаю, в игру, не в игру, потому что вблизи. Хотя, считайте, смотрите, вот, по-моему, здесь одна нерпа стоит. И достаточно долго рапиры нагревается. В общем, смотрите, один кавказ, два. Все, кавказ одолел вообще легко. Ну как легко, половина хп улетела, конечно, ну ладно. Давай вот этого пушкаря. Как-то он странно. Я бы уже давно выехал, если бы попал в такую ситуацию. Но, тем не менее, победа. Ништяк. Постарались так постарались. Вот эта карта, я чувствую, для рапиры, потому что большие расстояния как раз настреливать. А еще, если бы были штормы, то можно настреливать было там, по-моему, перк. Каждые 100 метров что-то увеличивается урон, по-моему, что-то такое. Ну, здесь у нас облегченный вариант, рапиры стоят. Ну, кстати, рапиры тоже неплохие автопушки. Хотя на автопушках я очень редко, можно сказать, вообще не езжу. Рапиры у меня из кейсов вообще. Престижи, которые с ними ничего не сделать, не продавать. Похоже. Давай, союз, помогай пушкать. О, красавчик его. Так бы, мне кажется, он рапиры мне отстрелил. Так. Я уже думал, у меня сейчас рапира отвалится. Что-то пушкарей так много вообще стало. Вот в последнюю неделю, наверное, после вот обновления вообще пушкарей дофига стало. Вот сейчас в команде, я не знаю, сколько тут пушкарей. Раз, два, третий едет. Походу вся команда тупо пушкарей. Так, меня все рапиры отстрелили, кроме одной. Я сейчас много не... Опять пушкарь. Вот я говорю, вообще пушкарей дофига стало. Наверное, вся команда из пушкарей. Я ни разу не видел, чтобы здесь был какой-нибудь дробовод или это. Или что-то подобное. Или на пулеметах, чувак. И все на пушках. И убили меня с пушки, я же говорю. Раз, пушкарь. Так. Сейчас увидим, наверное. Вот пушкарь. Просто одни пушкари. Нас загасили. И плюсом мы еще в меньшинстве играли. У нас на одного человека меньше было. Ну ладно. Поедем в третий бой. Так. Вроде пушкарей не так много. В прошлом бою это жесть какая-то была. Вся команда врага чисто на пушках. Вот справа тоже человек с пушками едет. Что-то сейчас пушки очень популярны стали. Так.
попробуем попасть. Давай, настреливаем урон, давай, давай. Так, мне надо поменять место. Мы уже обнаружили. Сейчас бота завалим. Кстати, неплохое оружие рапира-то. Я додумал, хуже не урон. Нет, оказывается, неплохой урон, я бы сказал. Но вблизи, конечно, с шилом ничего не сравнится. Так, мы завалили игрока. А этот вообще чувак не парится. С двумя джоулями едет, блин. И вообще, он даже не развернулся пушками. Зачем он уезжает, не понимаю. У него пушки скорострельные. Ну ладно, спасибо, чувак, за взрыв, можно сказать, халявный. А вот это вот, блин, он с этим, я забыл, как суматор, по-моему, называется. Он мне все рапиры отстрелил. Вот, вот этим оружием просто только в путь отстреливать. Пушки все, вот эти вот автопушки, пулеметы. Не знаю, как было. Издалека точно не стреливать. А, все, хана мне. Что-то нас опять всех завалили. Там один союз остался. Где он тут? А он, по-моему, вообще у него ни одного выстрела не было. Он выжил до сих пор. А в этой, в этом бою вообще одни дробоводы. Вот я не знаю, как это происходит. То пушкари, то дробоводы. Все разнообразие. Ну ладно. Наши очки за бой. Ну вот такой крафтец у нас получился. Подписчика собрал его. Котя ТВ. Ну, что могу сказать. Для тех, кто любит на автопушках ездить, то, мне кажется, подойдет крафт. Я еще раз повторюсь, не знаю, сколько раз уже говорил, я люблю пулеметы, дробаши, ну вот такие вот пушечки скорострельные, короче, все люблю, и легкое. Здесь более такое оружие вдаль, то есть вблизи оно особо много ничего не сделает против дробовода, например, того же. Но нормальный крафт. Я даже покатался, кого-то грохнул, хотя я на автопушках вообще не езжу. Ну, я считаю, крафт хороший. Ну, если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!